Начинающему бизнесмену важно знать, как правильно прошить документы. На этапе регистрации от грамотной прошивки зависит очень многое, поскольку большинство отказов происходит именно по причине того, что документы сшиты некорректно. Я покажу, как быстро и правильно прошить документы. Вам понадобится комплект документов, которые необходимо прошить, ножницы, плотные нитки, клей-карандаш и дырокол. Распечатайте документы. С помощью дырокола сделайте отверстие для сшивки. Проденьте нитку через отверстие и свяжите ее с обратной стороны. Из приготовленного листа бумаги вырежьте прямоугольный лист размером приблизительно 2 на 8 сантиметров. На узел и концы ниток наклейте прямоугольник бумаги. На листе прошивки напишите «Всего прошито и пронумеровано». Укажите количество получившихся листов цифрой и в скобках прописью. 4. Листа. Подпись. И расшифруйте ее так, чтобы она немного заходила за края прошивки. Так, чтобы если лист оторвать, то части подписи остались на документе. Все, документ готов.